В эфире информационный канал «Город», и мы продолжаем. Ленинский районный суд строго наказал страстного любителя кофе. В марте мужчина бесцеремонно украл из супермаркета 3 банки продукта и скрылся. Подробности преступления и вердикт судьи в рубрике «Место происшествия». Напоминаем, что материал имеет возрастное ограничение 12+. Преступление. Сняли камеры видеонаблюдения, установленные в магазине. Видно, как один из посетителей подходит к отделу кофе и, недолго думая, складывает в корзину 3 огромные банки. На полке была и 4-я, но ее жулик решил оставить. Далее осужденный направился к выходу. Несмотря на все просьбы директора магазина остаться, мужчина скрылся. Ущерб составил почти 1500 рублей. Впрочем, кофемана задержали. Вахрушев признал вину в совершенном преступлении. Раскаялся в содеянном. Судом, с учетом того, что ранее Вахрушев привлекался к уголовной ответственности, данное преступление совершил при рецидиве преступления, вынесено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу. На дороге Кирс – Белая Холуница столкнулись «Шевроле Круз» и «Пежот 3008». Судя по всему, водитель «Пежо» объезжал ямы, сделанные дорожниками, и не посмотрел в зеркало заднего вида. В прямом смысле достиг новых высот вероятный наркоман на улице Блюхера. Ночью с виду весьма нетрезвому мужчине стало скучно, и он решил взобраться на козырек торгового центра. Покорить вершину Олимпа ему удалось, а вот спуститься с нее оказалось непосильной задачей. Полицейские и медики выявили у Станислава признаки наркотического опьянения. Впрочем, с чем связано его неадекватное поведение, поможет определить экспертиза у врача-нарколога.